дискавелике. Заменим сальник правой полуоси из редуктора, который выходит. Колесо я уже снял. Сальник у нас подтекает, поэтому будем разбирать. Начнем с того, что сейчас открутим гайку привода, зафиксируем тормозной диск и будем откручивать. Фиксируем тормозной диск отверткой через ребра. Берем головку на 32. Затянуто хорошо. Возьмем другую. Открутили гайку, вытаскиваем отвертку. Теперь откручиваем ступицу вместе с цапфой. Для этого мы раскручиваем верхнюю часть. Откручиваем вот этот узел, болт пока не вытаскиваем, потом откручиваем вот этот узел, потом откручиваем вот этот узел, открутим датчик АБС, чтобы его не поломать, трос ручного тормоза мы оставим на месте. Датчик здесь вот снимем с кронштейна, датчик износа колодок. Суппорт мы тоже снимать не будем, мы оставим его на месте. А ступицу или подвесим, или быстрее всего мы ее просто подожмем. Разбираем. Эту я залил ВД-шкой, начала шевелиться ось нашего шруса. Верхнее крепление я расслабил, здесь эксцентрик. Я с этого, со стороны болта, сделал две метки, чтобы потом точно так же и поставить. Открутил датчик, здесь головочка на 8, датчик вот такой вот, весь грязный, почистим заодно его. Потом ослабил вот этот болт, он на 18, и ослабил нижнюю, тоже там болт получается на 21, а гайка на 24. Все пошло легко, довольно-таки открутилось. Вот этот болт даже был не затянут, на удивление, но по нему не видно было, чтобы он двигался. Поэтому сейчас откручиваем и подвязываем. Привод я вытащил. Низ сняли болт, на этой сняли болт. Вверху я болт снял, отодвинул для того, чтобы с привода стянуть, чтобы на излом не делать, стянул с привода, а потом на место подвесил, согнул арматуру сверху, петлю сделал на подушку и вставил на место. Сейчас ступица висит, получается, на рычаге. Привод из коробки, из моста, из редуктора я вытолкнул. Каким образом?
бить не бил, вот так монтажку подсунул. Сейчас покажу. И сверху через кронштейн вот так уперся. Два ударчика небольших рукой, ладошкой. И граната отошла. Все, сейчас мы ее вытаскиваем. И как раз вот он, сам сальник. Вытаскиваем сальник. И меняем, ставим на новый. Сальник, наверное, здесь, да, здесь удобно будет. Я покажу, как сальник снимать. Все та же чурда монтажка. Аккуратно поддеваем сальник. Вот и все. Сальник снят. Теперь протираем там все и ставим новый сальник. Посадочное протерли. Берем новый сальник, устанавливаем. Сальник мы тоже будем использовать фирмы Cartecca. Номер его 82025620. Размеры его 44/67/10/15,5. Это с пыльником. Такой же сальник мы на хвостовик устанавливали. Сам сальник. Сейчас вот эту кромочку здесь рабочую помажу литольчиком и устанавливаем его. Ну все, новый сальник установили. Теперь потихонечку, аккуратненько вставляем назад привод. Почему аккуратненько? Чтобы новый сальник не повредить. Вал длинный, там подшипник стоит за сальником роликовый. Аккуратненько в него заводим и проталкиваем, слегка покручивая влево-вправо, чтобы в лицевую попало. Когда дойдет до стопора, мы легким таким, как говорится, движением внутренней гранаты, тук, и он встанет на место. Он защелкнется, вы почувствуете. Пробуем. Все, привод встал на место. Убираем этот подтек со старого. Здесь все протер. Ставим дальше. Наливаем масло. Масло, как оказывается, здесь не... Заливная пробка не является уровневой пробкой. По заливной пробке заливается 1,8 литра. А по мануалу, говорят, заливает надо 1,6 литра. Когда идет перелив, от этого и начинают бежать сальники. Поэтому послушаем совет бывалого человека, знатока лендроверов. И нальем 1,6. При этом мы нальем присадку туда, Супротек, для редукторов. Собираем дальше.
наживляем гайку привода, потом затянем. Теперь переопускаем автомобиль и ставим крепление верхней точки. Снимем с арматуры, с крючка, который я делал, и будем устанавливать. Сейчас буду опущу автомобиль. Все болты были помазаны. Сейчас покажу. Это еще старая смазка. Поэтому они не прикрепели, не заржавели. Снялись легко. Также я беру сейчас, добавляю смазки на болты и устанавливаем их. Правильный подход. Очень удобно потом демонтировать. На большинстве автомобилей, где этого не сделано, болты приходится срезать, выбивать и покупать новые, ставить. Здесь этого не понадобилось. Ну все, все проверяем. Здесь мы затянули. Метки я делал две точки. Вот они, одна и вторая зачистил. Поставил по ним, поэтому развал не уйдет. Шланги поставили на место. Нижний болт вот этот закрутили. Этот болт закрутили. Сейчас закручиваем привод. Так. Теперь отверткой мы фиксируем снизу. Убираем отвертку, проворачиваем и шпинтуем. Ну все, сальник мы поменяли, все собрали. Всего вам доброго.